сегодняшнем мероприятии? Чем оно отличается от других праздников? Сегодняшнее мероприятие – это некий симбиоз такой между двумя праздниками. День учителя, и наши педагоги в Казанском университете много делают как в образовательном процессе, так и в области воспитания. Большое количество династий в Казанском университете, и вот эта вот миссия наставничества, она всегда была присуща нашему университету. И, конечно же, здесь заслуживает уважение и внимание к себе наше старшее поколение. Мы знаем, этот день отмечается у нас 5 октября. Но совершенно недавно, 1 октября, в эту субботу, прошел день международный, и у нас в России он празднуется, День пожилых людей. Поэтому, собственно говоря, наше вузовское сообщество, безусловно, отличается своими традициями. И вот сегодняшнее мероприятие – это праздничный концерт, который дает возможность прийти нашему старшему поколению, посмотреть творчество, где присутствуют и заслуженные артисты нашей республики, ну и в том числе, конечно же, те партнеры, которые с удовольствием поддерживают наши взаимоотношения с университетом. Пользуясь случаем, от имени студенчества нашего университета хотелось поздравить наше старшее поколение, наш профессорский преподавательский состав, всех работников нашего университета, которые много лет отдали свой труд нашему университету. И мы знаем, что большое количество нашего старшего поколения, которые уже имеют статус пенсионеров, продолжают работать в стенах университета. Большое вам всем спасибо за тот труд, который вы делаете в нашем университете, и за ту наставническую работу, которая есть в стенах нашей альма-матер. Ну а те, которые сегодня находятся в заслуженном отпуске, те, которые поддерживают связь с нашим университетом, но сегодня не работают, знаете, мы вас помним, мы вас любим, мы уважаем. И наше студенчество, наше волонтерское движение не оставит без внимания ту категорию людей, которая огромное количество времени уделила нашему университету и воспитала не одно поколение нашего студенчества. Всем большое спасибо. Можно такой еще организационный вопрос? Какие мероприятия проводятся для декады пожилых людей в этом году? Мероприятия проводятся по нашим подразделениям в наших институтах. Но в то же время мы знаем, что наши волонтеры, которые уделяют большое внимание данной работе, они охватывают не только наших работников, либо тех, кто уже не работает в нашем университете, но и в городе. Поэтому наши волонтеры, наши студенты будут посещать дома престарелых в различных районах города Казани. Наши институты в городе Набережной Челны, в городе Елабуге, также наши студенты и волонтеры будут принимать активное участие по посещению наших ветеранов, наших пенсионеров в своих домах, будут приходить и проводить разные организационные мероприятия по оказанию помощи нашим ветеранам. Безусловно, конечно же, одним днем это не ограничивается. Эта работа будет идти на протяжении всей вот этой декады. Она, как правило, идет с 1 по 10 октября, но наши ребята, они до 15 октября включительно будут осуществлять вот такую организационную помощь для той категории населения, которая проживает в наших городах. Это, в частности, я говорю о городе Казани, о нашем институте в городе Набережных Челнах и в городе Елабуге, охватывая как сотрудников нашего университета, так и в прошлом сотрудников университета, ну и, конечно же, собственно говоря, пенсионеров этих городов. Спасибо большое.